Работы по ремонту путепровода стартовали в апреле. На мосту поменяли 4 деформационных шва, восстановили гидроизоляцию опор. Сейчас работы подходят к завершающему этапу. Старое изношенное асфальтовое покрытие сняли, на его месте укладывают новое. Этот вид асфальтобетона массово начал применяться в этом году только. Но, тем не менее, уже полностью зарекомендовал себя как крайне удачный. И прежде всего за счет улучшения эксплуатационных характеристик. Работы по ремонту моста ведутся только в ночное время суток, когда поток автомобилей резко снижается. Скорейшее восстановление путепровода крайне важно для жителей города. Водители это понимают и к неудобствам относятся с пониманием. В этом районе много заводов. Густонаселенный 116 и Сухая Самарка. Эта дорога соединяет эти два района города. Путепровод на 116-м километре Куйбышевской железной дороги был построен четверть века назад. Масштабный ремонт здесь делается впервые. Очень плохая была дорога. Гремело все, ямы, ухабы. Сейчас, смотрю, сделали, подремонтировали. Ездить приятно стало. Нормальная дорога. Подрядчик уверен, асфальт прослужит гарантийные 5 лет и даже больше. Все работы по ремонту путепровода обещают закончить к 15 сентября. Марьяна Мирная, Павел Баймаков, Максим Гусев. События.